Привет, рыбчада, это Рапостол. Каждая клетка моего тела сопротивлялась, чтобы не делать этот обзор, потому что я не люблю Моргенштерна, и все, что он выпускает, не считаю музыкой. Ну, по факту, это просто прикол и проверка на то, насколько народ сможет еще большую порцию говна схавать. Я всеми силами упирался, чтобы не делать обзор на Million Dollar Happiness, но вы писали, вы требовали, вам очень интересно услышать мое мнение. Поэтому вот он обзор, и я хочу сказать вам пососи.